и нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события, копия меня пишет копию песни этой. Если вселенная бесконечная правда, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно, где-то там, в глуби далеких галактик. То есть не ты, конечно, а твоя копия, и не меня, а твою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия, и вселенная действительно бесконечна. Ситуацию, то помимо миров, повторенных полностью, есть и такие, что могут чем-то отличаться. Получается, что где-то на задворках созвездий есть такие версии нашего мира, где мы с тобой либо уже не вместе, либо изначально прошли друг друга мимо, и в этом может быть даже счастливы. То есть, опять же, не мы, а они, к счастью. Эти варианты могут быть самыми разными, но о них не хочу даже думать сейчас. Я друг одинокий ребенок, Боже, ты всеми. Мы попадем туда после смерти, может быть. Если будем добрыми и хорошими, если играть то, что нами с тобой упрошено, не наскучит малышу в магазине брошенному. Но я надеюсь, это позже случится гораздо. Я туда совершенно не тороплюсь. Как бы круто там ни было мне, одно ясно, еще сильнее, я в тебя все равно не влюблюсь.